Под вынужденную вырубку попадают березы, каштаны, ясени и не только. Также в зоне производственных работ оказались кустарники и травяной газон. Реконструкция перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии предполагает расширение этого участка как в одну, так и в другую сторону. По проекту здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Планируется перенос остановочных павильонов. В настоящее время в связи с обращением подрядчика наши специалисты вышли на место, провели обследование зеленых насаждений. Получилось, что порядка 380 деревьев попадают под снос. А снос этот вынужденный, так как я еще раз говорю, проводятся работы по строительству. Деревья сохранить никаким образом в данном месте нельзя. Уже опубликован проект расширения перекрестка около глобуса в Рязани. Документы разместили на сайте госзакупок. Из них следует, что на Касимовском шоссе на участке от ленты до перекрестка около глобуса добавят одну полосу для поворота в сторону Дашковой песочни. Улицу Советской Армии расширят до 6 полос, добавив 2 в сторону центра. А дублер расширит в 2 раза. В связи с реконструкцией перекрестка вынужденная вырубка деревьев уже проводится. В настоящее время мы, предполагая, что вот такой снос, он, конечно же, нежелательный в городе, и это довольно-таки урон зеленым насаждением, зеленому фонду. И поэтому мы в бюджете города Рязани запросили, подали заявку предусмотреть денежные средства на приобретение саженцев в таком же практически размере, для того, чтобы мы могли их высадить, закупить и высадить в весенний посадочный период 2021 года. Реконструкцию перекрестка планируют провести в 2 этапа с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 и 16 декабря до 31 июля 2021 года. Стоимость работ составит чуть больше 218 миллионов рублей. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».